Сразу же пистолетного раунда мы с вами врываемся, и очень быстро пистолетчик от команды One Win у нас проходит под апленд. Ну и в целом размены, в целом я вижу, неплохие проходят уже. Пачка будет ставиться с Форестером, ну и ситуация 3 в 3, ретейк на самом деле сложный. Ну и за счет того, что сейчас еще мы не находим никельбэк свой минус, Хампус размен. Ну Хампуса 13 кп осталось, Броун также сотый. Пытаются ребята еще какие-то размены найти, но очень закрыто One Win играют, и это максимально правильное решение. Ну и на самом деле... В целом шансы неплохие. Бролан, фраг находит, размен есть, ну и Бумыч последний против Бролана остается, пытается тут еще как-то этот раунд выиграть, и в итоге дотащил Бумыча. Раунд первый есть за ванвинами, и пистолетка в целом выиграна в этом плане. Так, конфиг, есть минус по Форестеру, опен фраг, там еще не клипы-то забирают. Те хорошие размены пока что для команды НИП. Там еще и Трэвиса подловили. Если сейчас Рез заберет, а Рез забирает дека. Бумыч последний остается. Перехалдили ванвины сами себя. Вот иначе тут никак уже не добавить ничего. Бумыч пытается тут Хампуса словить, но в итоге Хампус умирает. Рез с Броуном последние остались. 3 секунды времени нету. И это раунд за командой НИП. Вот про то, что я и говорил. Перехалдили ребята сами себя. Ну и проблемы все-таки есть. Вот хэтрика. Забрали. Остался пока что 5 в 4. Раз. Оба на никельбэка забирают. 3 в 3. Выглядит все очень даже, кстати, неплохо. Очень неплохо все. Скин Бокс раздает 7-1 бокс. Каждодневная бесплатная раздача, лучшие контракты и множество других интересных вещей. Промо в описании. Забирают еще одного. Минус по Броуну. Ну, я уже думаю, тут все и закончится в ближайшее время. Но это круто. Максимально круто. На ванвин первая мапа. Ну вот. Да, ты говорил. Рез умирает. Опен есть, пока что 5 в 4, но пока что очень просто. Это пик ванвинов, ребят. Там у нас слева ошибка. На ХЛТВ правильная информация. Это пик ванвинов, дальше Ancient пик команды НИП. 4 в 3. Так, Броуан. Размен. Находит по никельбеку, ну вот уже в меньшинстве. В итоге забирают Хампуса, хэтрик на сейф. Я вообще не вижу команды НИП, если честно. Вообще не вижу команды НИП. Просто стирают. Если там первые раунды какие-то еще качели были... Вроде бы я смотрел пару раз One Win на Ancient, и мне они вообще не нравились. У Броуна такая, знаете, позиция, вот я смотрю просто на эту позицию, прилетает одна флешка или еще что, и в итоге, ну, тебя забирают. Если грамотно распикать, хотя вот грамотно распикать не получилось, флешка в итоге неудачная была. Получилось забрать и Ауга своего оппонента, и там еще Авик на хлопе. Лица хэтрика. Так, Рест, Форест разобирает. Есть минус по дека. Рест давал килл. Ну и Бумыч. После хэтрика сейчас забрал, но в итоге трудно будет тащить такой раунд. Да, и тем более Рест его забирает. Красота. 6-2. Посмотрим, как они на второй карте будут играть и каким счетом вообще первая закончится. Потому что если там будет счет реально какой-нибудь там 14-5, ой, 16-5, 16-6, то, мне кажется, НИПы могут немножечко подрастроиться. На второй карте, ну, смотрите, 4 в 3, тут 2 кабай раунд, и в целом такое сейчас уже можно выигрывать, если еще конфиг найдет для себя минус, но конфиг слишком агрессивно начинает играть, молик прилетает, назад отойти не получится. Так, хэтрик, размен, хэтрик, не получилось. Зачем тут рисковать? Хотя вот если минус найдет, вот минус нашел, вот теперь уже можно попробовать. Можно попробовать. Есть дым, есть флешка. Есть киты. Все есть, но вот дека, ну не проверить. На такой банальной позиции. Рез, ну как же так? Все шансы были. Проверил бы, и все было бы супер. Но в итоге нет. Трэвис, дека последний остается. В итоге да. Дека добирает еще и Хампуса. И это первая половина за командой One Win. И... Да, кстати, я тоже заметил, что Бумыч частенько на нике выносит просто. Никельбэк подключился. Есть минус по конфигу. Как второго не дожал, непонятно. Но ладно, раз все равно сгорел. Умирает еще хэтрик, размен от Хампуса, 2 в 3, меньшинство уже за командой One Win, нашивает Хампуса, бедного просто с двух сторон пытаются задушить, есть минус по дека,
Севена не прикрыли, Хампус подгорает, но в итоге 21 хп остается, пытается уйти в дверь, но в итоге Бумыч нашивает просто в эту дверь. Так, Комфик, есть минус первый. Заблудились ванвины. Ой, какой раунд просто. В итоге никто винты не смог прокинуть. Дымы вроде прокинули, флешки прокинули, но в итоге никто в этот вент так и не попал. Ну, я думаю, что сейчас доберут. Да, все, хэтрик будет умирать, скорее всего. Да, хэтрик умирает, ДК отлично его законтролил. Информация, как я понял, по нему была. Между сменой сайтов. Вроде минута. Вроде как. Кампус. А мог бы подловить сейчас. Никельбэк, ну ладно, 95 хп. Ему снял, но забрать не получилось. 4 в 4. Так, Бумыч умирает. А тут еще и конфиг. Конфиг на хелпе. Есть фраг. Там еще и ДК красного ставил. Ну, в итоге два красных игрока, маловероятно, что смогут этот раунд выиграть, тем более, что Никельбека также забрали. Дека, хоть и с авиком, пытается найти хоть какой-то размен, не получилось это сделать у него. Ну что, как я и говорил, максимально важная пистолетка будет для команды НИП. Смотрим, выход у нас будет под аплэнд, хорошие молики прокидываются, Никельбек принимает, вместе с беретами есть первый, есть второй, Бумыч подключается, также пытается Никельбек работать, но Никельбека забрали, я думал хотя бы минус два найдется своими беретами, но хорошая хелпа очень от Дека была вместе с Трэвисом, один в один остается, и Трэвис все-таки выигрывает пистолетку. Так, пытаются сейчас НИПы как-то под аплэнд выйти через Хевен, но, как я понимаю, Хевен контролится. Next card. Ну, вот, мне вот интересно, все-таки ванвины выйдут на найнов или нет? Потому что будет, знаете, интересно посмотреть. Если... Ох, какой хэдшот Треза прилетел по Бумычу. Красиво. Форестер, дабл, Форестер, трипл килл. Просто оформляет. Легчайший. Тревис. Фраг. Найти не смог. Ладно, Бумыч, размен. Второй Бумыч! Бумыч еще бы третьего забрал. Было бы шикарно. Ладно, триплки и так оформил. Вообще шикарно. Ну тут опасненько. Опасненько. Нужно выбивать ванвином. Большинство все-таки есть. Хотя вот хэтрик минус нашел. Информация теперь есть. Видел второго. Есть информация по обоим. Забираю первого. Знаю то, что за часами находится Рез. Рез фраг нашел. Один в один. Никельбэк. Ну что? Один в один. Время. Просто... Тянет время, просто тянет время, а у Никельбека китов нет. Все, раунд за непами, седьмой есть. Седьмой раунд есть. Да, красота. Я не знаю, у Нави тоже прикол. Так, про Кроша по Броуну есть. Никельбек! Дабл килл. Вот это поджим красиво был. Еще бы там хелпа тиммейта была, вообще могли бы уже минус 4 дать. И не напрягаться, и это был бы уже маппоинт. Да тут Бумыч ультует. Бумыч круто отыгрывает. Форестер круто отыгрывает. Да вообще вся команда ванвин в целом круто играет. Я не могу сказать, что там Никельбек плохо играет. Хоть у него есть тата 11-20. В целом важные фраги для себя и для команды делает. Все шикарно. Смотрите, размены есть. Ванвин выигрывает 15 раунд, скорее всего, для себя. Если контик 1-3 не потащит. Ну, а фраг по ДК смог найти. А тут уже и спина горит. Бумыч. Бумыч. Так, ну, заметил оппонента. Конфиг. Вряд ли будет ожидать в секрете, на самом деле, игрока. Если сейчас в мейн не пойдет, то Трэвис его должен будет забирать. Ну, и в итоге Трэвис просто его тут ждет. Так ты уже даже не успел. После времени. Блин, вот если Бумыч после времени выбил, вообще было бы шикарно. Закончат ли эту карту сейчас? Ванвины? Или все-таки НИПы смогут... На этом форсетском что-то сделать. Дека. В итоге есть первый минус. Размен от Реза. Трэвис пытается уходить уже под бэплэн. 40 кп осталось. Хаешка хорошая залетела. Трэвис. Забирает конфига. Ай. Ну куда на юсп? Ладно, я понимаю, что там уже патронов не было. Хотя бы размен Никельбек смог еще один найти. Бумыч на хлопе. Ну и Форестер. Сейчас Реза заберет, скорее всего. Дальняя позиция. Хотя, если грамотный пропик от Реза будет, шансов у Форестера не будет. Ну, есть минус по нему. Есть еще один минус. И в итоге, смотрите, Бумыч 1 в 2 остается. Ну что, Бумыч? А, тут Рез. Рез спиной. Видишь, видит Реза. Хорошо.
Есть минус по Резу. И второго Пумыч не добирает. Как же было близко, чтобы потащить этот клатч. Но девятый раунд все-таки не смогли отжать. Но мы тут вполне реально, ребят, можем допу увидеть. Форестер. Ну что, Брол у нас доберет. 40 хп. 40 хп. Ах, какой пропик от Бролона. Шикарный. Я не хейтер. Здравствуйте. Здравствуйте. Давно вас не видел. Не слышал. Ну, а тем временем 5 в 4. Ну, опять же, очень медленный раунд. 40 секунд. Не подержи на экономическом прям. Халдят, халдят, халдят. Дека. Тоже перестрелять никого не получилось. В итоге никельбэк умирает. Дека красный. Ладно, тут как бы очевидно 12 раунд. Но следующий. Бай. Если проигрывают ванвины, то мы реально можем увидеть допы, ребята. Очень реально. Потому что, смотрите, 15-13, к примеру, будет. Там экономически 15-14. Дека. В упоре с авиком, конечно, опасно стоять. Что разве найдут? Очень быстро. Так, Рез, Рез. Есть минус. А Дека, красно остался. Молик, Молик. Ой, второго почти зацепил. Вот второго добрать не получилось. Обидно-то как. Еще его хэтрик нашивает прострелом. Форестер будет принимать сейчас выход на плент. Вместе с тиммейтом. Есть минус. Есть второй. Форестер красно остался. Бролом в итоге... Вместе с кампусом последний остаются против Бумыча. Бумыч лишь одного смог забрать. Но и Бролан тащит раунд. Так, ну она пытается сейчас улицу подпушить. Бролан умирает. А вот и 5 в 4. А это интересно. Ну ладно, размены. Размены есть. Никлибок тоже минус нашел. Как же будет обидно, если такой камбэк сейчас прервется просто таким раундом. В итоге забирают еще и Реза. А реально, ребята, 3 в 2. Большинство есть за ванвинами. Неужто вот этот раунд они вот таким способом сейчас и заберут? От одного кольта. Хампус. А, не перестреливает. Азим в 3. Да нет, да неужто? Вот такой хороший камбэк был. И так просто... Ну, не вы... Не пы, не пы. Ладно, поздравляем, ребята, команду ванвин с победой. Все-таки они одолели своих противников, оказались они сильнее. Ну и что могу сказать? Потому что, ну, на первой карте, в особенности на старте, мне показалось у них существенная проблема. Ладно, никельбека забирают, есть минус по Форестеру. Бумыч пытается найти размен, но в итоге красно остался. И очень будет трудно вообще что-либо сделать. Так, хорошо. Дека забрать получилось. Умирает Трэвис, ну и Бумыч последний, все, Бумыч тоже умирает. Вот вам и первый раунд для нипов. Туда нельзя запрыгнуть, Бумыч. А, тут буст, он хочет буст сделать, я понял. Трэвиса забрали. Но с буста никого не видит Дека. Абсолютно никого, пытается нажимать, тут чуть-чуть не хватило по хедрику. 2 хп в итоге ему оставили. Ну и тут еще умирает Форестер, Бумыч последний 1 в 4, и это раунд. Правильно, за командой НИП. Нужно смотреть на бай. Нужно смотреть на бай от команды ванвин, если его уже не выиграют, но... Пойдет ли фраг, интересно. Потому что такая позиция, ну, либо зонится смоком, либо апиком на префайре пропихивается. Но в итоге Трэвиса забрали. Где Трэвис вообще находился, я так и не понял. Он просто бегал. Ну ладно, в итоге. 4 в 3. Большинство есть за команду ванвин. Форестер. О, Хампуса забрал. Петрик с Резом. 2 в 4, ну тут трудно будет такой раунд тащить. А тут еще Кэтрика заметили. Ну все, тут без вариантов. Тут без вариантов. Забирают наконец-то для себя первый раунд ванвины. Так, в итоге. Есть минус по Хапусу. Отличный старт. Ситуация уже 5 в 3. Дальше забирают еще и Форестера. Ну и паритет есть. Аешка плент. Трэвис по флеш пытается открываться, но в итоге... А, какая же флешка неудачная. Если бы ослепила игрока в упоре, то можно было бы его там добирать. Но вот чуть-чуть не получилось. Чуть-чуть. Буквально. Не фартануло. Ну, анлучка, анлучка. Так, хэтрик попадает по помощи. Не забрал. Как ты его не забрал-то? Ладно, 2 в 2. Интересно. Забирает Броуна. Ну и раз, 1 в 2. Раз. Неужто выиграет? Неужто выиграет этот раунд, Рез?
Есть дым, еще дым есть, а где времени нет? И ты хоть и были, но времени не было. Как же неприятно. Так что, скорее всего, мы увидим победителя этой встречи против Найнов. Но пока что дека отваливается. По бумфрага найти не получилось. В итоге есть еще минус по бумычу. А где размены? Где размены, ребят? Ну что такое? Из-за этого. Там, ты понял. Ну ты понял, за чего, да? Так, Форестер. Попытается тут еще что-то придумать, но пока что трудно влезть с этим, хотя нормально. Так, нашли. 3-3. Конфи красный, Броун красный. Ну все, вот такой раунд нужно забирать. Вот такой раунд точно надо брать. Тут я других вариантов уже просто не вижу. Ну, да, забрали конфига. Пока что 3-2. Выход на точку. Неужто вдвоем смогут выиграть этот раунд? Но шансы неплохие, ладно, есть. Тем более, что Ники Либека забрали. Почему бы не выигрывать? А что с Хада с голосом? Ну, пока что он у меня еще не пришел в рабочее состояние. Пока еще не пришел в рабочее состояние после отдыха, ребят. Думаю, к завтра уже будет отлично. Мяу, расскажи в ТГ. Интересно послушать. У меня тоже просто отдых так себе прошел. Раз, один в один. Раз, отлетает. Все, время хватает. Против хватает. Хватает же время? Ну да. Да, хватает. Все, суперски. Вообще будет все отлично. Но в итоге. Трэвиса добрали. Умирает. В итоге еще конфиги. Есть минус по Никельбеку. Умирает. Форестер размена хорошая. Ай, Ван Вина, вы свой раунд можете сейчас отдать. Просто свой раунд. Ну нельзя отдавать свой раунд. Нельзя. Бумыч. Да. На очень хорошей позиции. Не знаю, меня прям пугают. Позиции просто шикарные. Просто шикарнейшие позиции. В итоге, да, забрали Хампуса. Хэтрик один в один. Хэтрик не тащит раунд. Это было близко. Это реально было близко. Фиг. Олег закидывает, уходит. Под точку, и выход вообще будет на плент. В итоге есть минус по бумычу. Забирают Форестера. Ну, Никельбэк с Трэвис. Да. Я не понимаю, как так разваливается оборона ванминов. Причем байта в целом хороший. Вообще все шикарно было. И в итоге все посыпались. Просто в секунду рассыпаются. Фиг. Вместе с тиммейтами. Просто под бплент рванут. Под флешку. Трэвис. Забирает одного, забирает второго, Трэвис, третьего, Трэвис! Вот это включился парень. Ну, это еще не четвертый раунд, конечно, но... Все шансы. Все шансы сейчас это забрать. Хэтрика перестреливают, и Растер умирает. Нет, Трэвис, конечно, красавчик. Так, в итоге. Хороший минус по кампусу. Получилось уже найти дальше. Никельбека забирают. Конфиг тоже отлетает. Минус по резу. Но в целом выглядит все достаточно приятно. Хэтрик 1-3. Ну, вряд ли такой же раунд выиграет. Прям маловероятно. Хотя все же возможно. Хэтрик. Ну да. В итоге хэтрик отвалился. Есть, конечно, хелпа на пончике в лице Никельбека. Но в итоге дека... Конфига смог подловить, отходит на пончик. Ну и просто нужно ждать хелпы, и в целом все должно быть отлично. Все должно быть просто шикарно. Забрали Хэтрика, забрали Хампуса. И минус по разу. Все, шестой раунд, ванвины выиграли. Пытаются тут какие-то фраги найти, но пока что тут прям такая тишина. Пытаются ребята вылететь в КТ, ну вот не знаю, получится или нет. Хэтрик. Так, хэтрик. Ну же, фраг. Оба на хэтрика забрали. Есть минус по Бролану. Ситуация опять в 3. И ванвины проходят под веплент. Ну все, ванвины выносят просто эту пистолетку. В салат, я не знаю. Шансов я просто не вижу никаких.
Ай, Рес в итоге умирает. Как я и говорю, Анлучка. Ну что, Форестеру дадут буст? Да, есть буст. Ох, как от Реза прилетело красиво. Никельбэк, размен. Даже найти не смог. 5 в 2. Вот это раунд. Вот это провал от Ван Вин. Я не знаю. Ну вот один фраг Трэвис с фармилки смог найти. Ну это провал. Закроют, вполне возможно. Но я и говорю, то что у них по статье защита лучше. Кстати, два красных игрока, сейчас можно выиграть раунд, не пам. Сейчас можно выиграть этот раунд. Конфиг с хэтриком. А, ну все, Нипы должны закрывать раунд. 1-3. Раз, два и третьего. Трэвис ждет. И Трэвис проигрывает раунд. 1-3. Конфиг тащит. Так, ну выход на плен будет. Раз. Есть первый. Вот зачем открывался Трэвису без дыма? Кстати, в моле конфиг горит. Конфиг в итоге умирает. Но все равно меньшинство за ванвинами. Меньшинство. Можно, конечно, разыграть. Но если грамотно выбьет, сейчас Нипы будет все отлично. Ну куда ты, Дека, дальше? Отойди. Тиммейт тебя засейвит. Ну ладно, 2 в 2. В итоге умирает еще и Форестер. 2 в 1. И в итоге Бумыч. А что хэтрик делал? Куда он смотрел? Я что-то не понял немного. Ладно. Может, даже с боксов вылез. Так, ну, Бумыч. Нашивает. Нет, не попадает вообще! А как он вообще не попал? Понял. Надо в закрытую сторону, тем более, если опускается точка. Не, конечно, можно играть пончик, хелпа и штаны, к примеру, игрок. Тоже вариант. Но это уже более агрессивный сетап. Бумыча. Забрали. Пока что 5 в 4. Так, забрали никельбека. Ну и дека там красный остался. Ну, что за выход? Что за выход от Ван Вина? Вам нужно сейчас было не спешить, подождать поджима. Там плохая экономика у них. Они, скорее всего, будут жать. Что сейчас, собственно, Рес и делает. Рес забирает Форестера. Ну, это уже 2 в 4. Ну, в итоге вы сыграли фаст раунд, пачку, посмотрите, где пачка валяется. Ее просто самым первым номером занесли в плент. Звук пофиксится, я думаю. Он иногда бывает такой. Хотя, может, только у тебя. Может, попробую F5. А что у нас по оверпасу? Звук крыл, да. Ну, значит, пофиксит, ребят. Буквально пару секунд и должно пофикситься. У Ван Винов овер получше, чем у Непов. По крайней мере, чисто стату. Дека забрали, Броул умирает. 1-2. Трэвис! Хампус забрал, Реза можно было 1-1 выигрывать, но нет. Я слагаю. Ну, значит, да. Значит, пофиксит скоро. Ну и выход фастовый под Бэплэнд. Фастовые выходы для Ван Винов никогда ничем хорошим не заканчивались. Есть минус по Трэвису. Второй Брол он не забрал, но зато красным Форестера оставил. Есть минус от конфига, но размены хорошие. 3 в 2. Большинство за командой Ван Вин есть. Ну и может быть 12 раунд будет. Хотя если Хампус хоть кого-нибудь найдет, 2 в 2 можно будет выиграть. Но вместе играют со спины. Флешка пошла. Никельбэк. В упоре. Ох, какой хэдшот от Реза. Какой ж хэдшот. 2 в 2. Ну и в итоге Форестер с дека. Что? Выигрывает раунд или не получится? Дека попадает по Хампусу. Ну, у Хампуса нету армора. Вот что проблема. Дефайт на морозе. Дефайт до конца. Есть первый. Не нажимает. И в итоге тут киты ж были еще у Реза. Как же. Ой, Ван Вины. Ну, в итоге Форестер умирает. 5 в 3. О, мяу. Вернулся. Так ты мяу мне в ТГ не рассказал, да? Что там произошло? А, не рассказал. Ну, почитаю, значит. После карты. 3 в 3 еще. Все шансы у Ван Винов выиграть есть.
Умыч. Ой, сейчас Реза заберет, да. Есть минус по Резу. Ну и в итоге, походу, Ван Вин еще на плаву держится. Или сейчас спину закроет Хампус. Дека, какой разворот! Еще и хэтрика забрал. Вот это дека! И в итоге пойдут под Б. До конца. Ой, Бумыч сейчас заберет Рез. Бумыч! Так, ладно, Брон. Забирает Никельбека. Еще есть минус по Форестеру. Бумыч красный. Есть минус по Трэвису. Это ГГшечка, ребята. Они П выигрывают все-таки. 16 раунд. Такой ужасный раунд по экономике был. Но в итоге получилось его выиграть. Ну что, поздравляем. И на самом деле интересно будет посмотреть, что у них получится тут сделать. Так, Трэвиса забрали, Фореста разобрали, Никельбэк даже размен найти не смог. Но Никельбэк, зачем ты выкинул дьюз? Ладно, размен есть по Хампусу. Но это было очень смешно. Так, ну и будем смотреть. Да тут не только со стрельбой дело. Зачем дьюз нужно было выкидывать? Вот это вопрос. Для меня больше. Бумыч. Хае. Ох, Трэвиса. Забрали. Есть минус по Бумычу. И еще и Форестера забирают с дека. Никельбэк последний остается. Тут уже вариантов у него немного. Что-либо сделать. Ну и все. И добирают тут уже и Никельбэка. Никельбэк контроль буст. Пока что тут сделать ничего не получилось. Так, хорошо. Есть минус по Броуну, есть минус по Резу. Никельбэк отлично под флешку поработал, Никельбэк! Даблкил. Ну и Хэтрик последний остается. Хэтрика тут уже, наверное, должны зажимать. И дожимать. Хэтрик, фраг по Бумычу найдет или нет, но он знает, что Бумыч тут. Ой, Бумыч как грамотно распикал! И в итоге добирает оппонента своего. Так, Трэвис. Попытаются какие-то фраги сейчас найти. Ну, кстати, Реза забрали. Есть минус по конфигу. Ну, реально выглядит хорошо все. Очень даже хорошо. Броуна забрали. Хампус. О, Хампуса тоже перестреливают. Трэвис. Ох, прилетело красиво по Трэвису. Очень красиво взлетело. Ну и сейчас нужно 4 в 3. Доигрывать как-то не пам. Хотя вот Броун подставился. Зачем? То есть, ему это выходит под Б, он выйдет тогда люрком и закрою перетяжку на Хевене, к примеру. Да. Форестер увидел голову Хэтрика. Забирает, дропается сразу вниз. Размена нет. И тут еще и Никельбэк на хелпе. Вообще, потерянные нипы. Не понимают, чем делать. Так, Никельбэк. Вместе с Форестером сейчас будет принимать выход на пленды. Мы полетели. Очень хорошая хаешка по конфигу. И Броуну залетает. 30 кп двоим оставили. Ох, как красиво Никельбэк тут двоих смог забрать. Там еще и Хэтрик раз остался. Хаешка залетает. Нет, не взорвали его хаешкой. Но в целом хорошо. А что все для ванвинов. Забирают в итоге Реза. Там еще и по тиммейту нормально настреливают. Ну, два минуса сделали на экономическом. Никельбэк. Ну, я бы этот авик вообще выкинул. Далеко. Ой, ну куда, что? Ладно. Ладно. Хотя бы не после времени. Так, Форестер. Ох, через буз заметил. Реза. Добрай, получилось. Ну и за счет этого все прекрасно выглядит. На старте, по крайней мере. Но тупым фрагом мы видели. Было бы что мне заливать. Может быть и залил, но не. Я ничего не лил. Опять же, к сожалению или к счастью. Так, дека. Конфига. О, конфиг красивый дека забрал. Размен. Бумыч. Какой же шикарный даблкил от него. Залетает. Ну, красиво. Реально красиво все получилось. Ну, сейчас увидим, как дальше. Реализуют себя.
О, забрали еще Бумыча. Есть минус по хэтрику. Ну, я думаю, то, что все на этом. И закончится. Шестой раунд для ванвинов. Ампас тут уже ничего не делает. В итоге вы уж что слышали? Да, в итоге добирают Хампуса. Хотя после времени его можно было выбить. Не знаю, что решили не рисковать. Я реально после времени попытался. Но флешки есть? Да, есть флешка от конфига. Так, флешки полетели. Есть Молли хороший. Трэвис. Уфу, блядь, как ты тут зацепил-то красиво оппонента. В итоге забирают Брол на минус порезу есть. Ну и конфиг один в три остался. Вот это залетело. Вот это дает, конечно. Ну реально красиво получилось. Просто после 3-0 счета никогда не вижу смысла ставить. Там байраунд дальше. От него там будет все зависеть. И 1-3 того не стоит, как по мне. Никельбэк. Очень неагрессивно тут ребята играют. Прыгают просто по пункту. Так. Есть минус по конфигу. Умирает Бумыч. Размена хорошая. Ну еще забирают Никельбэка. Форестер. Форестер не забрал Бролана. А как ты его тут не перестрелял? У него же было 10 хп, это две пули или даже одна пуля просто в тело. Но еще ретейкнуть можно. Неужто сейчас такой раунд отдадут у ванвина? Но это был не очень хороший табай так. Кампус с хэтриком. О, ну все. Дотащили. Шестерочка есть. Дека нормально так урона, кстати, нанес по хампусу. 60 хп оставил. Но в итоге добрать его там не получилось. Так, в итоге есть минус по хампусу. Дальше 5 в 4. Выход идет под бэплэнд. Но для него пистолетка начинается не очень хорошо, но зато есть Бролан, Бролан! Ай, один минус. Я уже думаю, сейчас хайлайтика формит красиво, там примет. Нет, не сейчас. Ну и пока что. 4 в 3. Так, есть минус по никельбеку. Падает Рес. Ну и 2 в 3. Все шансы сейчас у ванвина закрыть пистолетку есть, но зато дека подловили. Конфиг, если еще один минус найдет, вообще будет шикарно. И 2 в 1 можно будет спокойно ретейкнуть, потому что обратно отойти под банан. Нету возможности у команды ванвин. Бумыч очень красно остается. 38 хп. Конфиг. Конфиг. Да, и не попадает по Бумычу, но один в два. Хэтрик, 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 есть минус. А Бумыч красный. Хэтрик, ну что? Дотащит. Я думаю, дотащит раунд. Одна пуля, все. Есть время, есть киты. И киты засейвили этот раунд. Ну и в целом, как хэтрик. Один. Думаю, произойдет. Забирает Броуна. Ну и уже опенфраг есть для ванвинов. Отлично. Могут проходить, наверное, под оточку. Кампус. Петриком. Вместе тут. На туалетах. И вот если бы вместе играли, было бы поприятнее. Оба-на, Кампуса забрали. Вот я и говорю, лучше бы вместе играли в туалетах. Ну ладно, размен есть по Форестеру. Красный Трэвис. Есть минус по Трэвису. Хэтрик 1 в 3. А там где развалились все остальные-то? Где вся хелпа развалилась? Хэтрик последний, все. 10-й раунд для ванвинов. Вот и форсетки залетает сразу же. Феррари, я где-то полтора месяца назад. Ой, я не чувствую, что это сулит чем-то хорошим. Но все возможно. Может, я такой раунд смогу тащить. Так, есть минус по Броуну. Отлетает в итоге еще и Хэтрик вместе с Броуном. 4 в 3. Большинство за ванвинами. Под Б пойдут. Вот если пойдут под Б, они выиграют раунд. Пикуют А точку. И все. Там два игрока под А. Они стягиваются под Б. Тут единственный конфиг. Ну и... Если конфига заберут, все. Это раунд. Кстати, Трэвиса перестреляли. А конфига спине могут не ждать на таком тайминге. Конфиг. Да как так-то? Конфиг! А что? Что с непами? Что с непами, ребята?
Объясните мне, пожалуйста. Все, раз, один, в три. Опасно. Тут опасно сейчас для нипов. 20 секунд. Время, время. Пачку потеряли. Есть. В итоге, хоть и минусах хэтрика. Буду... Так, забрали конфига. 10 секунд. 9. 8. 7. А, пачка. Не успеет. Не успеет. Он не успел. Просто 0,1 секунда. 0,2 где-то не хватило. Поставить пачку. Прикиньте. Ой. Дека, перестреляй. Получилось. Дальше. Умирает еще и Рес. Ой, Форест разобрали. 3 в 3. Ой, не попадает хэтрик по второму. Должен был. Конфиг. О, хорошо. Забрал первого. Второго. Второго нужно цеплять. А, там Бумыч. Там есть Бумыч. Пока Бумыч живой. Посмотрим. Нипы. Закупились на все деньги. Ну, кстати, минус первый. Есть по Форестеру. Там еще и Трэвиса забрали. Хоть хэтрик красно остался, но все равно. Никого не потеряли пока что в этих разменах нипы. И за счет этого хороший раунд намечается для них. Если сейчас еще никто не умрет, будет шикарно. Если Брон... А, не перестрелял Бумыча. Ну, опять же, Бумыч. Бумыч выносит. Я говорю, тут прямо Бумычи пристрелять еще нужно постараться. Дека, забрали. Ну, Бумыч последний. И Бумыч умирает. Почему бы не выходить и не ловить перетяжку в тот момент, когда команда заходит на аплэнд? Ладно, размен есть. Что тут? Как тут хэтрик? Что? Я не понимаю, как хэтрик тут, во-первых, живет. Как его никельбэк не заметил? Вообще, что тут произошло на пункте? Я продажный кастер, это как его? Шаманю, шаманю с донаты. Ну, 4 в 3. Я говорил, большинство за ванвинами. Для них, наверное, самое грамотное решение, опять же, раскидать аплент и уйти под Б. Но в итоге они раскидывают А, выходят под А, есть минус по никельбэку, раз под флешку. Красиво пропикал. Кампус. Заметил игрока еще в туалетах. Все, вся информация есть, то, что это выход под точку. Размены. Дека забрали. Бумыч последний. 1 в 2. Остается Бумыч, умирает. Это 14 для непов. Деньги есть. На плюс морали сидят. Отдыхают. А ванвины вон потеют. Выйти просто на этих найнов. Так, конфига. Заметили. Нужно давить конфига. Конфига задавить получилось. Бролан стягивается прямо сейчас через лонг. Бролан. Есть минус. Второго не зажал. Но пока что 3 в 3. Пачка ставится. Ну и нужно ретейкнуть непам. А ретейкать будет трудно. Хотя, если Трэвис подставится, будет проблемно. 50 кп оставили. Вторая флешка. Отворачивается кампус. Как же хорошо сейчас грамотно действуют непы. 1 в 3. И в итоге Форестер умирает. Это допы, ребята. Это допы. Три в 4. Рез. Рез отваливается. Кампусы чекнут? Кампуса чекнули. Но есть размен. Второго не забрал. 3 в 2. Большинство есть за ванвинами. Ну что, 17 раунд выиграют? Или нет? Все шансы есть. Хэдрик забирает Рэвиса. А может и нет. Забирает Броуна. Хэдрик последний. Ну инфа по нему есть. Инфа по нему есть. И в итоге да. Добирают Хэдрика. Брон. Так. Нашел. Никельбэк размен есть моментально. Сидерви. Забирает. В итоге кампуса минус по конфигу. 1 в 3 хэтрик. Неужто 18 сейчас ванвин заберут. Есть минус. По дека. Есть минус. Второй хэтрик. Вот это хэтрик выдал. А тут пачка еще упала. Хэтрик неужто 1 в 3 выиграет. Хэтрик тащит. Хэтрик, какой раунд! Как он вообще его засейвил просто? Раз. Отвалился. Ну, размены есть.
Пачку! Вот декап забрал. Плендище его было бы шикарно. Дека. О, забирает еще и Броуна. Большинство за ванвинами. Минус есть по Трэвису и Хампус последний. Ну все, Хампус. А че? Один в один? Дека! Дека! Дека промахивается в самом важном просто моменте, который только возможен был. Да вы гоните! Корона в чат. Поехали. Перекличка. Тот еще остался болеть за команды. Так. Забирает Никельбека. Форестер. Размен находит. 3 в 3. Трэвис. Смог еще подключиться. Если еще и в дым мог бы нашить оппонента, было бы шикарно. Но в итоге Трэвис еще хэтрика забирает. Хампус последний. Хампус размен находит. 1 в 2. 30 секунд на таймере. Ну и в итоге. 2 авика против Хампуса. Смогут ли ванвин принять в эти два дула? Дека. А, тут одно дуло хватило. Конфиг. Умирает. Но все шансы закрыть 19 раунд для ванвинов есть. Все шансы есть. Так. Забрали никельбека, ну и Хампус тоже умирает, да. F4. Никельбэк. Так, забрали никельбэка. Минус по Броуну. Ой, ну как же Хампуса не забрал. Там два краска осталось. Размен. Размена нет. 3 в 2. 3 в 2. Ну как же так? Ребята. Ну и походу 19-й НИПы все-таки смогут дожать. Я не хейтер, чего так? Что такое случилось? Ну все, по наклону катится. Забрали Хампуса. 1 в 2. Дека. Ну тут уже трудно будет ему тащить. И в итоге Дека. Ну все. Тут времени нет. Времени нет. И просто вдвоем. Его добирают. Так. Трэвис. Ну, на лонг уходит. Форестер. Размен есть. Ну все, Трэвис последний. Трэвис, Трэвис двоих! О, как хорошо зашил. Серьезно, что ли? Сейчас выиграет Трэвис? Нет, не выиграет Трэвис. Но это... Будет принимать выход на Б. Но тут главное вместе вылететь. Главное вместе вылететь. Молли хороший прилетел, но Реза не заметили. Дым развеялся слишком поздно. Но все равно дальше под Б пойдут. Нужна флешка. Просто хорошая флешка. Флешка есть. Не... Да как же так, Рез? Пумыча просто съел. Под флешку. И пока что. 4 в 3. Большинство за НИПами. Ну и походу. Если этот раунд не выиграют ванвин, то будет все плачевно. Хотя, все. 3 в 2. Можно стягиваться под аплент. На пункту будет максимум один игрок. Ну все, ванвины. Такой раунд точно надо брать. Хэтрик. Минус по Форестеру. Хэтрик забирает Дека. И Трэвис последний. Да? Водите. Да как так? Как это просто происходит? Я не понимаю. Так, ну первый минус по Бумычу. Находит. Размены пошли. 4 в 4, 4 в 3. Забирают Реза. Ну, фаст раунд очень хорошо вылетел для ванаминов. Очень хороший фаст раунд. Забирают Трэвиса. Минус по Никельбеку. Подождите, 2 в 4. Секундочку. Секундочку. Нельзя такое ванвинам отдавать. Свечки-то еще горят. За камбэках. Ну, конфига должны забрать. Он в упоре стоит. Конфиг. Хотя, если минус найдет, это очень хорошо будет. Заметили одного. Чекнуть второго. Чекнули конфига.
И Хампус, инфа есть. 1 в 2. Инфа по нему была, так что прекрасно. Я думаю, сейчас понимает, что он будет играть с банка. Заметил одного игрока. Видел второго. Но дабл пик идеально работает для команды Ван Вин. Это еще одни допы. И Ван Вины. Большинство за непами. Я думаю, что если в этот раз Ван Вины 2 в атаке выиграют, то смогут закрыть эту карту. Если не выиграют 2 в атаке, могут быть еще одни доп. Я думаю, именно вот так и будет. Я говорю, динозаврики помогли за Ван Винами. Так, дека забрали. Форестер с Трэвисом. 2 в 3. Динозавры всегда спасают. Я вот обратил на это внимание. Как я не говорю, так всегда команда камбэчит, когда динозавры чат летят. Забирают Форестера. Трэвис последний, 1 в 3. И Трэвис. Трэвис! 10 минут! По конфигу! Трэвис! Давай! Хэтрика! Ай, не добрал! 22-й раунд! Все-таки за непами. Но как я и говорю, по-хорошему. Ван Винам 2 раунда надо в атаке. Но пока трудно верится. Хотя раунды близкие. Я не знаю, какой навик не добрал. Если бы он навик добирал, 1 в 1 можно было выиграть. Понял. Понял, принял. 5-4 пока что ситуация на карте. Да тут валидол уже не поможет, я не знаю то, что нужно. Потому что настолько качели, настолько непонятно, кто выиграет в итоге этот матч. Так, ну никельбэк. Там пытаюсь еще что-то придумать. Дека. Забрали Бумыча. Ну ладно, 2 в 5 уже вряд ли выиграют Ван Вина. Видимо, 23-й будет за непами. Ну сейчас увидим, насколько романство работает. Танцы с бубном и с динозаврами. Так, ну Хампуса забрали. А может еще 2 в 4 выигрывают? Дека. Привет всем, кто к нам только подлетает, ребят. Всех рад видеть. Забрали никельбека. Раз. Дека тоже перестрелял. 23-й. Все-таки есть за ней пами. Близок. Был близок, но что-то урона особо не зарегало. В итоге Хампус находит минус по Бумычу. Трэвис размин, Трэвис двоих под флэш! А как так? Фуллблайн двоих забрал! Красиво получилось, 3 в 2! О, Рин, здорово, отлично. Посмотри, у нас тут шикарные допы. Ван Вины, 23-23 на третьей карте. Тут чисто вся наша старая тусовка, как я понял, собралась, да? Не, Рин, у меня 2 дня подряд было 28-26. Вот это был топчик. Но тут я прям говорил еще, как только допы начались, что ожидаю 25-23 за Ван Винами. Будет, конечно, очень смешно, если зайдет. Так, Хампус Петриком. 2 в 3 пытается еще что-то вырулить. Есть минус по никельбеку. Форестер умирает. Ну и Дека. 1 в 1. Дека. 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 Очень важный клатч. Дека. Тащит. Нет, не тащит. Да что? Да как? Как это проиграли? Посмотри сериал. Отдохни. Выпей чайку с валидолом. А то тут такой матч. Плотненький. Интересный. Дека. Подловил Реза. Ну и неужто это еще одни допы? Неужто это еще одни допы? 5 в 3. Дека умирает. Да что ж такое? Ладно, размен. Кстати, никельбэк не нашел.
Бумыч. Бумыч с авиком! Есть от него фраг, но в итоге нужно Форестера просто выбить. Пачку выбили, пачку, и это раунд для команды OneWin. Упс. Так. Есть минус по Бумычу. Еще один. Ну, 5 в 3. Долгоиграющий. На нипов? Да, мне кажется, и нипы могут тут победить, и ванвины могут победить. Тут как бы и та команда круто отыграла. Так, дека. Забирает конфига. Но все-таки нипы взяли побольше клатчей. Так что пока что для меня нипы более достойней. Забрали Броуна. 2 в 2. Ну смотрите, ванвины сейчас меньшинстве могут раунд дотащить. Трэвис! Не забрал. Бумыч конфига тут заберет или нет? Пропустил, какие же тайминги? Бумыч вечно просто на этом матче ловит ужаснейшие тайминги в коннекторе. Ну хотя нет, ну в целом тайминги для него... Я не знаю, что добавить. Или это хэтрик машина, или это Бумыч уже всю ману потратил. Мне кажется, что реально Бумыч уже всю ману потратил до допов, и уже просто его не хватает. Он уже устал. Просто жесть. Трэвис забирает конфига, размен есть. 1 в 2, никельбэк. Ну и в этот раз никельбэк 1 в 2 вряд ли потащит. Хотя в коннекторе его там контролит хэтрик. Ну хэтрик машина. 45, дружа, 46 на 30. Понимаете? 46. Он сейчас 50-ку настреляет. Он сейчас 50-ку настреляет. 9 за OneWin. Кто словил кэпчик? А? Признавайтесь в чате. Кто на нипов закинул? На 15-9. Бролан. Обана. Забрали хэтрика. 3 в 5. Мы знаем, как они поиграют в меньшинстве. Флешка хорошая, флешка отличная. Забрали никельбека. А тут два игрока на пункту. И там еще третий подтягивается. И в целом они угадывают. И сейчас стаки они могут спокойно принять. Бролан, если еще один минус найдет, то это вообще шикарно будет. Бролан. Ну что? А, не, они под Б уходят. OneWin и под Б ушли. Броуан это читает, но он красный. А тут еще и Рез. Вот Реза могут не чекнуть. Если Броуан всю инфу на себя стянет, то может сидеть за токсиком очень долго. Есть минус от Броуана, есть минус от Реза, есть еще один минус от Броуана. Да что происходит? Как OneWin это сливают? 5-3. В итоге 28-24 за командой НИП. Все-таки дожали эту карту. У бесконечности все-таки есть предел, да, я не хейтер.